На чердаке протечки, в подвале лужи. Проблемы не решали несколько лет. Сейчас жители многоквартирного дома номер 9 по улице Совхозной сменили частную управляющую компанию на муниципальную. К предыдущей организации у жителей немало претензий. Основные претензии – это безобразное состояние подвала. Частично затоплен, воды по щиколотку, бьет родник. Ничего не предпринимается. На чердаке, с чердака постоянные протечки. До 22 этажа доходит. Мусоропровод не промывается. Жители обратились к главе округа с просьбой оказать содействие. Дело взяли на контроль, провели собрание собственников. С 1 декабря муниципальное предприятие ДСЖКУ официально признали управляющей компанией этого дома. Однако прошлая организация не спешит складывать полномочия. Мнение собственников по этому вопросу разделилось. Но большинство хочет, чтобы ситуацию скорее разрешили. Мы себя чувствуем совершенно незащищенными, но какое-то безвластие получается. Новая управляющая компания уже начала работы по обслуживанию дома. Совместно с жителями осмотрели чердак и подвал, проверили лифты и коммуникации. ДСЖКУ на сегодняшний день приступила к своим обязательствам, да, по управлению дома. Все спорные вопросы, я думаю, они решатся с прежней управляющей компанией. Да, доступ нам предоставлен. Сегодня мы провели комиссионное обследование дома, да, выявлены какие-то недочеты. Соответственно, сегодняшний день будут все пожелания жителей учитываться в дальнейшем в управлении домом. В результате проверки выявили нарушения со стороны обслуживания дома. С момента его сдачи ремонтных работ на этажах не проводили. Это и предстоит решить новой управляющей компании. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.